Здравствуйте, 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 мои дорогие зрители! Все, кто до сих пор смотрит прогнозы от Федосика, вы абсолютно правильно делаете, потому что потихонечку я набираю обороты, и это очередной прогноз от Феди Маслова специально, эксклюзивно для сайта LegalBet. И сегодня мы с вами поговорим о втором матче сборной России на этом Евро. Матч против команды Финляндии. Все говорят, все, ну финнов мы точно должны уделывать. Кого, если не финнов, побеждать? Но я думаю, что многие из вас видели, во-первых, игру сборной России против Бельгии, и там было все не очень. А во-вторых, не забывайте, что финны обыграли датчан. Да, там тоже матч был непростой, его прерывали, переносили. Но все-таки 3 очка в копилку у финнов, и именно они сейчас занимают второе место в нашей группе. Поэтому тут нет явного фаворита. Я, как и большинство из вас, буду переживать за сборную России, как Ольга Бузова. Всем сердцем буду поддерживать наших. И очень обрадуюсь, если наши обыграют финнов. Но все-таки прогноз на этот матч мой будет не победа России. Мне почему-то кажется, что 1-1 закончится эта игра. Но давайте не будем на конкретный счет прогнозировать. Это всегда сложно очень. Да, это, конечно, очень приятный, но всегда сложно угадать какой-то конкретный счет. А попробуем взять ничью в матче России и Финляндии. Ну и второй прогноз. Ну кто, если не я, должен такую предложить ставку? Тема Пукки. Пукки! Гол Пукки в матче финнов против россиян. Очень хочется, чтобы Пукки, конечно, не забил. Но если он забьет, вам будет хотя бы приятно, что вы, послушав меня, сделали такой прогноз. Итак, Россия-Финляндия, ничья и гол Теему Пукки. Погнали!